Ребята, всем привет! Наконец-то вышла наша любимая игра «Одни из нас», которая уже была и на третьей Соньке, и на четвертой, и на пятой она есть. Вот. И многие уже люди столкнулись с такой проблемой вылетов. То есть банально просто игра работает-работает и вылетает. Или у кого-то даже на подгрузке шейдеров, не доходя, тоже вылетает. Я бы как бы хотел поделиться, как я именно решил эту проблему. Но и также хочу сказать, что я делаю это именно это видео, чтобы люди, у которых была такая же проблема, чтобы они поделились с вами и можете и как-то помогут другим людям написать в комментариях, какой способ им вот именно помог. То есть вот. По настройкам графики я так просто пробежусь, то чтобы вы знали, у меня стоит на все на высоких настройках графики. DLSS на 3050 я включаю так на качестве. Вот у меня включен. Вот. И, кстати, многие интересуются, сколько по времени у меня шла предзагрузка вот этих шейдеров. Загрузка шейдеров где-то полчаса. Игра у меня установлена на SSD диске. Сейчас же она мне все быстро запускается, потому что уже все прогрузилось давно. Так, давайте здесь на лайте все запустим. Все заново сделаем, как говорится. Вот. И что я хочу сказать, то что игра, хоть и написано, что минимально требует 16 гигов оперативной памяти. У меня, кстати, тоже было 16 гигов, но прохожу, прохожу, и все, и раз, бац, и вылетает. То есть 16 гигов, ну, я бы сказал, маловато для этой игры, поэтому я добавил еще одну планку на 8 гигабайт, и в сумме у меня сейчас получается 24 гигабайта. А как вообще происходил вылет у меня? Вот, например, вот вы видите сейчас, что оперативной памяти потребляется 15,5 гигов. То же самое было, когда у меня стояло 16 гигов. И когда начинает она еще чуть больше, там 15-600, например, и все, и раз, и вылетает. И там, соответственно, эта ошибка происходит. Там отправьте это уведомление, всю эту фигню. И ничего не помогало. Вот. То есть я вот именно решил тем способом, что добавил оперативной памяти, и у меня сейчас 24 гигабайта, 3 планки по 8 гигабайт. Ну, одной частотой, естественно, 3200. Так что кто-то, если пытается на 8 гигабайт запускать, даже не пытайтесь. На 8 гигабайт эта игра не запустится. Не знаю, когда вы смотрите это видео, может быть, уже прошло много кучи обновлений, и эта игра может запускаться на 8 гигабайт, но мне мало верится. На 16 гигабайт, да, наверное, ее оптимизируют. Но я говорю, сейчас как бы проблематично мне поиграть, потому что будет вылет. 16 гигов мало для этой игры. Даже в разрешении Full HD. Вот вы видите тут диалог, давайте его пропустим. Видите, да, уже из 24 уже потребляет 16 гигов. Кстати, игра достаточно, как бы, я бы сказал, долго грузится, несмотря на то, что у меня игра стоит на SSD диске. Так, этот ролик тоже. А, все, вот она, девочка встает, просыпается. Надеюсь, меня слышно хорошо, потому что я звук в игре практически не слышу, я его убавил. Слышу только себя. Ну вот, самое начало игры. Вот, 16 гигов, пожалуйста. На изи просто. Ну, кстати, отражение в зеркале достаточно такое нехилое. Но это высокие настройки графики. Я сравнил со средними. Со средними вообще мыло будет. Ничего не будет видно, можно сказать. Но это с DLSS. На качество не забываем. И хочу сказать, что сейчас ничего не лагает, ничего не фризит, вроде бы как. То есть все нормально идет. Видите, в зеркале девочка отражается. Так, пропустим. Так что мой, как бы, совет, у кого 16 гигов, как бы, ну, в идеале, конечно, 32, но можно и 24 поставить, как у меня.
А у кого материнская плата только на две планки, то тут сочувствую. Тут тогда надо ставить по 16. Либо 16 на 8. Ну тогда в двуканале не будет работать. А, надо вот сюда идти. До машины, когда, помню, доходил, вот у меня было 16 гигов, и у меня там игра вылетала. Сейчас посмотрим, все. То же самое. Проверим. Ты цела? Да. Вот. Никто не приходил? Так что давайте, ребят, пишите в комментариях. Я думаю, вам обязательно там помогут. Стой, где стоишь? У кого были точно такие же проблемы. Вот в этом месте тоже как-то подвисало, кстати. Сейчас нормально все идет. Ты слышишь, что я тебе говорю? Скорее! Сара. Да, скоро, наверное, уйдет эпоха 16 гигов. 16, ну не то, что она как бы, как вот раньше 8 было, 16. 16 будет как минимум. 32 надо будет гигабайта. Ты можешь объяснить, что тут происходит? У меня есть идея. Кстати, напоминаю, что это высокие настройки графики с включенным DLSS на качество. Ну, в принципе, около 60 кадров было. Сейчас поедем на машине, тут чуть поменьше, конечно, будет. Ну вот, видите, да, то, что игра уже потребляет, ну, практически 17 гигов. Я уже немножко попроходил там дальше. У меня игра вообще потребляла 20 гигов из 24. Вот. Но потом дальше проходила, там уже где-то 18, ну, 18,5 она остановилась. Хотя я думал, что она еще больше будет потреблять. Потому что реально вот эта игра, она прямо жрет оперативную память. Армия перекрывает шоссе. Вокруг Трэвис нет въезда. Вылет отсюда. 71. Ну, я так и собираюсь. Ну вот, все, в машине я сел, все, вот, все нормально, вот, никаких не вылетов, ничего нет, ни зависания, ничего не зависает. Все нормально работает. Кстати, проц она тоже не сильно, не хило нагревает, вот эта именно игра. Господи, что же это? Ну и нагружает тоже. Не смотрите, что у меня здесь 7%, 5%, это после обновления 11 винты так показывает. На самом деле он намного больше нагружен. Ну, смотрите, 53-54 кадра, в принципе, неплохо. Для 3050 на высоких, Full HD разрешение. Нет, конечно нет. Хотя там какая, 2070, по-моему, стояла супер, чтобы играть на... Ну, там на ультрах или на... А, нет, на высоких там, по-моему, качество было. Просто знаю и все. Ладно. Давай остановимся. Ну, и видеопамяти тоже игра потребляет. Вот 7 гигов уже ест. Там я дальше проходил, там где-то 7,5 у меня ело примерно. Если бы ты видел, что видел я, еще найдется кому помочь. Мы могли помочь. Так что проблема с вылетами, у кого она есть, ну, сочувствую тут. Тут говорю, самый как бы оптимальный вариант это добавить оперативную память. Все. Можно, конечно, там еще за счет жесткого, ой, за счет этой памяти этих дисков добавить, но это, мне кажется, такое уже будет. Не особо такой вариант действующий. Потому что, я говорю, игра вообще, желательно, чтобы вообще игра на SSD стояла. Лучше вообще на M2, на быстрых SSD. Не, ну идет вообще сейчас прекрасно. Вот так бы сразу бы. Не останавливайся, Томми. Не могу же я их сюда бить. Делай что-нибудь. Кстати, тоже люди. Туда, вот туда. Держитесь. Давай. Сейчас немножко еще пройдемся, чтобы сильно ролик длинный не был, не затягивать.
назад, детка. Отойди. Я в порядке. Я считаю, разработчикам надо было указать, что минимум не 16 гигов, а 20 гигов. Это бы получалось бы две планки по 8, 16 и одна планка на 4. Как, вот, как вариант еще вот такой. 20 гигов. Потому что 16 гигов, я говорю, вот в данный момент этой игре мало. Ну вот сами смотрите, все нормально, все идеально работает. 50 кадров, 57 даже. Причем, что это высокие настройки графики. Ну, понятно, с DLSS. Даже на топовых картах сейчас включают DLSS, потому что без DLSS никуда. Даже отражение есть, нифига себе. Типа RTX. Так, куда мне сейчас? А, сейчас сюда бежим, да? Тут сейчас во дворочек надо будет убежать. Сюда, налево. Сюда. Нет, не сюда, а дальше, видимо, да? Ладно. Процессор, конечно, нехило греется в этой игре. Так, вот сюда. Так что все прекрасно работает. Так что делитесь способами. Может быть, у вас есть какой-то способ, который я не знаю. И он действенный. Ну, как бы говорю, вряд ли. То есть самый как бы такой эффективный — это все-таки добавить память. Так, что пропустить? Пропустить ролик, конечно. Ну так что вот так. Это сильно длинный ролик получился. Ну все, ребят, всем спасибо, кто посмотрел. Обязательно пишите в комментариях, потому что ваш совет очень, может быть, кому-то поможет.